Și am vrea să vedem un antrenament așa, fiindcă, ca un model, mă rog, cu ceva care dorește în Gălui. Eu am așa și am sugerat cu mine, că în Gălui singur să-și pregătească tema și mai departe. Și pe urmă să discutăm, să dăm întrebări cu ce se oare. Sunt mulți antrenori tineri, sunt antrenori care activează în teritoriu. Și nu au posibilitatea ca să vadă ceva nou. De aceea am împăzesc astăzi să vă arăt pentru aici. Și vreau să vă spun că tot ce este nou în întrebările acestea este în o să finisem. Pe parcurs, vă rog, o să vie secretară care din o federație, doamna Dumnezeușoara Irina, să vă registrez fiecare și rog să vă registrați. O să fie o rubrică antrenor și dacă ești arbitru. Vrem să facem o... Să facem așa, arbitru instituit, să știm lista arbitrilor, să nu fii și antrenor și arbitru. Poate fii și antrenor, dar dacă activează doi antrenori într-o localitate, ar fi bine unul să specializeze în domeniul arbitrajului. Vrem să facem ordine ca să fie următoarele competiții și tot ce este și putem să le fie la nivel național, după regulamentul internațional, să trece toată lumea. Ce e o problemă? Vreau să spun. Aveți toți calendarul în 2013 și care au plănuit turnee naționale sau de nivel local, ar fi bine să ne sunați, să ne dați pierdere când se desfășoară ca și noi să avem, să știm când se desfășoară ca să ne apărere. Suntem cineva din membrii federației, din membrii biroului, să fie prezent la competiții, să vedem și noi ce se face la noi. Eu cred că asta e început la noi, întâlnirea de astăzi, sperăm că o să fie și mai des. Și astăzi fac dumneavoastră să dispuneți niște doleanțe, niște sugestii. Iată vrea ce e, vrea ce e și cum e. Iată astăzi, vreau să vă rog să fiți activi. Tot ce am avut eu să vă spun, până la sfârșit eu spun cu dumneavoastră și o să ne răspund la toate întrebările care aveți dumneavoastră. Vă oferim cuvântul doamnei Angela Părăbaie. Bună ziua la toți! Добрый день всем. Буду говорить на русском, потому что этот язык ближе мне. Поэтому, если кому-то что-то не будет понятно, мы вместе, я думаю, что переведем. Значит, я думаю, что для многих это не будет ново, потому что уже давно на сайте вывешено, уже достаточно много информации по поводу семинара есть. И кто имеет доступ к интернету, уже давно ознакомился с некоторыми правилами. Правила намного жесткие. И хочу начать с элементарных вещей. То есть то, что нас болит. Это на кимоно. Значит, я приготовила некоторые такие материалы, которые доступны будут все. Значит, по поводу у нас изменений в контроле кимоно. Отсюда во всем или нет? Вы можете разуться и пройти тоже со всеми. Я думаю, хорошо. Видно? Хорошо, потому что с той стороны мы никакого не поставим. Значит, наверное, стану с этой стороны, и с такой лучше. Значит, если вы видите, да, обязательно рукав должен быть закрыт до основания курточки. Рука должна полностью закрыть руку во время... Возьми, говорить, пока не надо. Так, действительно, давай ее уберем. Ты бумагу значит. Вот так вот. Спасибо. Не в таком положении, а вот, и рукава должны быть закрыты полностью до основания руки, если видите, да? Видно, видно. Контроль расстояния от ворота к куртке. Вот смотрите, здесь у нас куртка, если видите на рисунке, у нас здесь от нижней части точки, то есть от вниз, должно быть не менее 10 сантиметров. Потом проверяется ширина. Нам не видно ее. Вот я специально вывесила еще, я не могу и так поворачивать. Либо соберитесь все с одной стороны. Не более 10, а я хорошо.
все нормально. Не более нормально, я уже пил. Можно потом вопрос? Давайте так, вопросы потом, не будем мешать. Так, ну ладно, перевезем. Да. Значит, лучше было бы полукругом, чтобы все их были увидели. Все нормально, все нормально. Значит, ширина у нас здесь 20 сантиметров должна быть. Но больше это относится к тем, у которых большой вес. И кимоно обычно здесь живот, и обычно кимоно у нас вот здесь вот. Насколько я понимаю. Потому что если вы возьмете и измерите ваше кимоно, то всех, по-моему, будет все одинаково. Проблема в чем еще? Мы не можем использовать старое кимоно. Почему? Потому что нашивка вот здесь. С 2015, как у нас там написано, с 1 апреля 2015 года вступят в силу изменения по ткани и ширине ворота. В этом году еще не успели ничего сделать. Поэтому с 2015 года все эти изменения включат. Значит, ошибка здесь изменения по качеству ткани. Все ткани после того, как новая неиспользованная кулька постирана и высушена, должен быть от 700 грамм до 750 грамм. И не больше. Представьте себе, что это как-то напрягает. Ширина, которая должна быть максимум 4 сантиметра, значит, вот здесь город должен быть прошит 4 строчки. Естественно, они будут продавать свои кимоно. Нам деваться в любом случае некуда. Город должен легко вертикально сворачиваться. Если помните, раньше вафельные наши кимоно. Встань, покажи. Три это рота старая. Если помните, кто у кого есть старые трубки, указывайте. Значит, дальше. Во время контроля спортивной формы рукава кимоно должны полностью закрывать вытянутую вперед руку, как мы и говорили. Да? Так уже не проходит, потому что косточка выглядывает. Она должна быть ровно. Значит, вот таким образом. Вот таким образом. Понятно, да? Даже если почему. Расстояние между оборотами, мы уже говорили, должно быть минимум 20 сантиметров. Расстояние по вертикали от глубины верхнего края грудины до места пересечения отворота должно быть не больше 10 сантиметров. Вот такие требования по кимоно. Закутаны сильно. А здесь уже идут требования, какие были стандартные. Есть определенные измерители, которые высовываются, если вы начинаете говорить, что у вас мышцы большие. Аппарат длиной мы уже видели, какой у нас он уже есть, да? Всовывается до основания, можно спокойно войти и выйти. Это все остается. Я говорю по тем и маленьким изменениям, которые уже будут с 2015 года, с 1 апреля. Всем. Что касается брюк, есть какие-то изменения, брюки остаются такие? По брюкам у нас никаких изменений пока не говорилось, в основном куртка. Потому что брюки есть руки, они остались как часто бумажные, ширину они уже дают. Ширина должна быть, у вас не должны быть, естественно, какие-то старые правила. Тоже эта лицензия должна быть, так же будет, да? Все-таки. Да. Вот какая у нас ситуация с куртками. Придется нам уже в любом случае закупать. Значит, перейдем к оценке технических действий. Я сняла некоторые, то есть вытащила некоторые видео семинара, то есть по определенным техническим действиям края ковра и фон и так далее. Ну, давайте мы вначале их прослушаем, а потом перейдем уже к дискуссии. Потому что многое непонятно было даже для тех, которые находились в зале, то есть для тех судей, которые судят на международных и даже на олимпиадах. Поэтому вот, оценка технических действий ИПОН. Чтобы придать большую ценность оценке ИПОН, с расчет принимаются только техники с реальным и выраженным падением спиной на татами. Оценка ИПОН дается в случае, когда в результате проведения приема атакуемый с заземлением на мост должны оцениваться ИПОН. Это решение принимается для обеспечения безопасности спортсменов, чтобы они не пытались уходить от поражения, подвергая опасности шеи и позвонки. По определению чистый ИПОН – это движение, проведенное силой, скоростью, контролем на спину. Возвращение строгости требования этого определения будет сделать целью каждого спортсмена, чтобы он
плечо, голову, нет, нога еще нет, но как только нога коснулась и разошлась, это уже мозг, уже чистый пот, чтобы вы знали. Да, коснулся и сразу уходит, да? Ну вот бывает, перекат он в анерции, оп, видите, спины нету, но коснулся и сразу убежал, это уже читает заикон и чистая победа. Это же не мозг, это же не мозг. Нет, значит, касание. Касание головы и двух точек ног, это является мозгом. Бывает даже что-то такое положение. Да. Значит, голова, значит, должна быть фиксация головы и двух точек, чтобы знать. Плечо есть уже юга, либо уже зависит от той близи к себе, то есть спасает. Вот такая ситуация. Если нога не коснулась, голова не коснулась, значит. Нет, мы говорим голова, касание головы и двух точек ног. Мы говорим, чтобы вы не путались. Не надо плечо, плечо в любом случае касается. Но если коснулась голова и две ноги, это мозг. Для того, чтобы избежать травмы, они внесли чистую победу. То есть, чтобы соперник не уходил таким образом. Это не объясняется, если видите внизу, по определению чувства. Как рассматривать момент, если он коснулся головой, либо коснулся, либо встал на мозг, это разные вещи. Видимо, но касание головой. Нет, в любом случае, когда мы видим, просматриваем видео, там четко видно в одно мгновение определенный мозг. То есть касание вначале идет плечом, головой фиксация головы остается, ногой остается, и касание второй ноги, а потом мозг, потому что в любом случае соперник убегает. Если он, допустим, я делаю бросок,
плану вернуться на берег. Пока не теряйте. Вот для того, чтобы исключить этот момент. Хотите, не хотите, не уходите на мост. Это они потихонечку хотят исключить. Чтобы это... Потому что это заложено. Еще вопрос. Перекаты через полную спину со всеми характеристиками этого зала. Значит, падение и уход соперника на мост – это рекорд. Независимо, если есть сила, скорость… Только что задавали этот вопрос, давайте не будем его уничтожать. Прекрасно видите, что я простышая. Мы же говорили об этом, независимо. Для того, чтобы исключить травму, понимаете, это как бы наказание сопернику для того, чтобы он не травмировался. Научил себя не травмироваться. Переходим дальше. Да, да. Хорошо. Сейчас, подождите, 2 секунды, все потихонечку. Юбка, совершенно верно. По поводу юбка обсуждалось тоже некоторые моменты. Значит, для того, чтобы юг, оценка юга дается, когда в результате контролируемого броска падение падает на бок. Значит, падение на бок. Ты скажи, что все будет. Падение на бок. Точно падение на бок. Рука с этой стороны. Это юга. Рука уже уходит сюда. Это уже не юга. Это ничего. Чтобы вы знали. Это уже не юга. Это все стойки или... Это уже не юга, чтобы вы знали. Локоть. Нету оценки здесь. Значит, здесь оценки нет. Локоть. Обязательно. Бросок в сторону живота не оценивается. С стороны центра. То есть плечо должно охватываться. Как только оно уходит, это уже категория живота. И оценки юга не живот не оценивается. Никакой. Если же в новой ситуации, когда... Да, и вы знаете, да, вот здесь. Там как? Вот, это не имеет значения. Ну, неважно, иногда все говорят, что потерял шире, чем потащил. Нет, определение идет на верхней части туловища, чтобы вы знали. Как только рука пересекла за, это значит уже не плечо. Значит, юбка нет. Значит, четкое падение на бок должно быть. Там акцентируется угол. И когда падает на бок, а когда прижата к нему, это акцент. Да, ну как раньше. А на локоть это не... А на локоть это не... Если рука... Если теперь видео на каждой тренировке делать, да? Зачем? Ну как? Здесь чуть-чуть, вот это чуть-чуть, оно время приводит. Все, по поводу юга. Непонятно. Акцентируется внимание там в видеоролике по интернете. Одесский сайт Фокус-Бипопа, там есть видеоролик, проводит семинар Лоренцо Гамма. И там что-то обращается внимание, падение на бок, акцентируется угол падения. То есть в катании должен быть угол 90 градусов. Да, 90 градусов. Даже если рука вверху. Даже если рука вверху, то есть, если есть угол 90 градусов, то это юг. Если угла 90 градусов нет, здесь уже нет. То есть имеется в виду локоть. И локоть ты спрашивал про локоть. Ну локоть, вот это. Все, это уже в магазин за 40 градусов. 40 градусов в год. Если паузу, то там нет вообще оценки.
А если вам... Если вам не заявились из этого центра, потому что они будут следить решение. Еще вопрос. Если я правильно понял, падение на бок, если здесь есть просвет, то их дают и нет. Правильно? Только если прижат. Слышишь, Вася? Даже если угла может быть... Смотри, даже если это угла, то угла осталось вот здесь. Ну, у тебя угол есть 90 градусов? Вася, я не это имею. Вася, я не... Вот это... Да, то есть если есть, это не вот так, если вот так, сколько вот так, лежат, обязательно лежат. Дальше. Дальше. Да, потому что нужно зафиксировать, поэтому... Не надо дискутировать, правила будут решены. Значит, во время схватки участник могут быть объявлены три шида. Объявление четвертого шида ведет к дисквалификации бросок. Здесь может быть по пути и маленькие изменения. А я читаю полностью для того, чтобы если кто-то, допустим, не прослеживает информацию, то будет получить. Во время схватки участнику могут быть объявлены три шида. Объявление четвертого шида ведет к дисквалификации. Концов маги. Шида не дает преимущества сопернику в оценках. В конце схватки, если счет равный, то выигрывает тот, у кого меньше шида. Если схватка переходит в golden score, при равенстве оценок и наказания в основной встрече, то проигрывает первый, получивший шида. Либо выигрывает первый, получивший оценку за результативно-техническое действие. Шида объявляется спортсменом на месте фиксации нарушений, без возвращения спортсмена в стартовую позицию. А арбитр объявляет мате, шида и хаджуме. Исключением является только ситуация, когда шида объявляется после выхода участников за пределы рабочей площади. Татами. Судьи возвращают участников на стартовую позицию, так как они вышли за ковер. Давайте дискутировать. Кто не понял? Еще раз. В этом случае, кто первый проиграл шида, кому первый дали шида при равенстве оценок, он проиграл. Голден скор. Ну, это так и было. И у кого больше шида, тот и проиграл. 3-2 шида. Вот ковер. Не надо. Вот ковер. Вот договоримся. Раз я беру, к примеру, захват, запрещен. Шида. Сразу, без остановки, да, мате, шида, хаджуме, здесь же. А захват опускается? Конечно. Дальше. Выходим вот сюда. Мате, возвращаемся на место, естественно. Шида, пожалуйста. Вот. А запрещенный сразу на место? Да. Ну, а мате зачем? Сейчас. Сейчас. Остановка. Это еще запрещенный прием, мы все их не знаем, да? Это срыв за два, значит нельзя. Мы дальше пойдем. По поводу шида. Судья показывает шида в сторону... Дискутируйте, кто не понял. Судья показывает в сторону шида того, кто нарушил, либо... Это обычно. Нет, ну, либо показывает в сторону, где он должен находиться. Они могут быть развернуты, как угодно. Нет, это обычно. Правая рука. В сторону. Да. Не показывает на соперника, да? Соперника. На соперника или в сторону, где он выходит? На спортсмена. Они могут находиться как угодно. Опять боремся. Так что нет возвращения на ту цену.
нет. Только в случае, когда мы заходим за ковер. Потому что мы уже показываем. Сейчас мы будем смотреть. Захват за пояс. Либо скрестный захват. Вверх, явно это не
каком... Не едят! До 50. Надо захватить и делать просто... Хорошо, а в каком захвате можно маневрировать? В каком захвате можно маневрировать? В одностороннем захватах нельзя. Нет. Значит, вы смотрите. Три захвата мы говорили, да? Крестный, да? Односторонний и пояс. Взял, бросали. А пояс спереди? Да? Они же пояс. Ну пояс есть пояс, спереди, сзади, сбоку, пояс. Да, они же пояс. Захваты ниже пояса запрещены. Там все бумаги. Это сзади. Сзади это считается тоже односторонним. Мы говорим о поясе. Все, молчу. Вы берите выше, вы берите за шею, не знаю как. Говорится о поясе, о одностороннем захвате и одностороннем сверху. Все так, да? Понятно, да. Понятно, да? Да. Давайте. Нет, я вот. Кимоно. Вот отсюда. Нет, нет. Сейчас мы пройдем через. А теперь по захвату, мы же по захвату. Продолжайте. По поводу пистолета, я так понял, что можно брать захват пистолетом и сразу проводить атаку? Да, можно. Но не вовнутрь, а вот, вот пистолет. Еще раз, так есть два. Вот так, вот это мы говорим. Как можно брать захват, вот, вот нет, этот? Нет, я так понял, что прозвучало, что если брать захват пистолетом, сразу... За краю, и смотри, отсюда. А если мы еще раз вернемся к этому вопросу, да? Значит, с пистол грима. Захватывает, значит, минут. Захватывает край рукава соперника с костным пистолом в гриф. Да. Потому что все знают, что если... Нет, это шида. Шида, да? Пистол в гриф или покер гриф. Без немедленной атаки. Без немедленной. Сразу как односторонний, сразу как одностороннего и автомата должны делать бросок. Бороться нельзя. Вася, с односторонним бороться нельзя, можно только односторонним. Нет, автоматически, сразу. Даже маневрирование будет на его... Даже ложную атаку можно сделать, да? Останавливается шина. А у меня такой вопрос. Какие захваты, вот край рукава, какие захваты можно брать? Все. Вот так можно да брать? Все захваты. Так можно нет, брать? Нет, так нет, шина. Так можно брать? Мы должны автоматом сделать бросок. Правильно одностороннего захвата, да? Нет, это не односторонний захват. Вы задали вопрос, да. Как только вы взяли этот захват, имея такой же регламент, как с односторонним захватом, как с поясом и как с да? Значит, можно брать, не держать. Взял автомат, то есть должно быть акцентированное движение, что вы атакуете. Не фальшив, а так. Сейчас по фальшивым картам тоже будем говорить. А атакуете, делаете бросок. Кармана захвата. Что в борьбе можно делать? Все, у нас целый семинар, что нельзя делать. Нет. А что можно? У нас семинар по поводу того, что нельзя делать. По поводу изменений, которые есть. Нельзя.
Нельзя. Вот ответ ваш вопрос. Нельзя. Как судья показывает шина, когда соперник закрывает отворотство? Вот, ну я закрыл, да, судья? Шина? Как он, за что? За что? Как он показывает? А это можно не обсуждать, судья просто первый. Нет, ну он... Нет, шина показывает. Как показывает? Показывает, за что даешь шида. Ты даешь шида за что? Вот это понятно, не ведение борьбы. Это показываешь, показываешь, прикрывай его. Раз шида, да? Да нет, пошел за показываю. Но это не ведение. Надо делать вниз протезы, как планировка. Все заклады, которые идут в... Это есть заклады. Ты правильно сорвал заклад? Или лечение трех раз отведется на пятый? Миш, если ты не работаешь, держишь... Подожди. Нет. Три раза, если сорвали заклад. А какой тебе это Андрей, а прочитай пункт, который с третьего раза, потому что тут непонятно. Кому-то говорят на с первого, кому-то за второго, кому-то с третьего. Вот прочитай этот пункт. Значит, смотрите. Получается, что он сорвал, не... три секунды не дает бороться с шида. Значит, сорвать нельзя. Если, смотрите, борьба идет, и она сорвала. Беру опять, он опять взял. Он опять сорвал, но ничего не делал. Здоровый она чувак, сорвал. Три раза сорвал. Захват. Шида. Это уже... Если по правилам...
что за это сразу шида дается, потому что здесь срыв двумя руками. Это шида сразу. Сейчас даже задавали вопрос по поводу. Знаете, там очень много дискуссий по этому вопросу. Очень много дискуссий. Почему дискуссии проводить на семинаре, блин? Когда ты ставишь руку с этой стороны, двумя руками. И они не могли ответить, они не определялись, они собирались, советовались, что сказать. Поэтому сказать, что четкое определение нету, это мы уже по ходу соревнований будем видеть. И так они не ответили на этот вопрос. Еще раз покажу. Понимаете? Еще раз. Смотрите, я не двумя руками, да, я не двумя руками, но я помогаю себе. Да? Война не физика силовой. Нам война на этот вопрос не ответит. Они собрались с группой. Так это следить за бросками, или это придется, как захват, как взял, как передвигаешься. За бросками следить уже не надо, получается. А когда он берет захват, броски не идут. Поэтому не на что смотреть. Если правило не можешь в книжку написать, значит это не правило. Это все как бы разговоры все. Все, пойду с судьей работать. Можно рассказывать вам Анжела. Здесь нет интернета. Появилось на сайте IGF. То есть Гамба и Адамс показывают это прямом, где сам персонально директор, директор судьи всемирной. Бартас показывает это все интернетом. Было интернет, но не надо ничего рассказывать. Можно было скачать. Очень четко показывает. Там прямая трансляция. Кто, тот. Если будет сейчас интернет, то не надо. Это нужно. Там 26 позиций. Наверное, добавили. Нет, добавили. А наверху есть информация? Да, добавили. Ну так надо скачать и посмотреть. Там и жест, там все. Смотри, так давайте. Сейчас бы показал папу. Вот за это шире, там четко было. Ну, конечно. А на третьем этаже есть интернет? На третьем. Дома показывает. Надо было это скачать и показать. На третьем этаже есть, может быть, есть компьютеры там, может быть, там подсоединенные есть. Значит, значит,
Я привычная.
Прочтите, слушайте, показали, понятно, есть вопрос нету. То есть можно идти показы понять. Нет, 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 показы, это не ритуально. Да пойди показывай, Надежда. Ну это же старая тема. Мы говорим о новшестве. Мы говорим о новшестве. Представление. Правильный захват. Правильный. Не говорим односторонним, не говорим, как правильный захват. Это его сыгнул несколько раз. Получается так, ты его согнул, Я меня, есть такой. Но даже если ты не сгибаешься, то что вообще, да. А если нет? Значит, критерии большой дайки. Кто это будет без захвата или сразу же отпускает захват, если подворот? Значит, была ли ситуация, даже мы знаем в некоторых местах. Да? К примеру, я оп, зашел назад, нет. Это уже профессионально. Ажела, извини, здесь маленькая поправка. Да. Маленькая поправка. Есть добавление, добавление. Давай. Внимательно, никогда уже не возвращается в центр ковра. Возвращается в центр ковра. Шида дается прямо на месте. Только в двух случаях. Если поднимает с партера и выход за ковер. Если ложная атака или захват, не надо возвращаться в центр. Прямо на месте остановились. Шида. Да-да. Она сейчас сказала. Она сказала, что на свою кого. Да. Когда вы имитируете и вы ушли в шпорт. Я видел там что-то такое. Тоже бросок через спину с колен, но он не заходит, а просто сбоку садится. Но захват не отпускает. Еще по поводу края ковра. Вот края ковра. Что обсуждалось? Обсуждалась вот такая вот ситуация. Если помните, мы даже на последних соревнованиях выходили, боролись, и все как когда уже оба выходят, Матея, и начинаем возвращать их назад. Сейчас что дискутировалось, даже показывая. Когда вы боретесь, как только ваша нога оказалась на этой стороне, вы должны автоматически атаковать. Либо возвращаться назад. А если выход за ковер? Шида, да? Это уже получается, если вы уже выход сделал третий, это чтобы мы любим. Не решили, если ты делаешь атаку, и возвращаешься в сторону. Все, да. Нет.
Еще раз. А если это фальшивый? Это... Ну, а так это... Я вам скажу, что достаточно квалифицированные там сути, что сразу видно ваше фальшивое так. Сразу. Вот как бы вы не хотели, она сразу видна. И сразу останавливается, если это край, когда он возвращается на место и шито. Если это было... Ну, в принципе, мы говорим сейчас о крае ковря. Да. По фальшивому так. Там за ковер и за вход, конечно. Если это шида или нет? Вот ты вышел. Нет. Да, слушай. Ну, да, слушай. Если я моментально не держу, да, стоять. Бросок или зашел? Моментально не делаю, я должен быть в этом. Вы должны в ту же секунду входить в бросок, если вы не знаете. Если я не делаю движение, значит наказание. То есть не стою на выход. Если я убрал ногу или влез в прием, мне ничего. А, понял. Все. Если я свободно вышел, двумя ногами задаешь, шида. Конкретно. Я вижу это нормально. Нет, да. Я извиняюсь. Я бы
Значит, видишь, если я делаю вот такой движением, то есть за счет автоматизма. Рефлексы.
Европа поменяет правила. Не, ну это фигня все на постном масле, понимаете? Нет четких правил, нет написанных, все видео, все на уровне подсознания, блин. Что за фигня, блин? Тихо! Еще раз, Миша, еще раз. Вот вы не читали? Я сегодня утром открыл интернет, и там есть добавки после малого. Ты завтра посмотри, там тоже будет малого. Я опоздал, уже поставил. Нет, все. Тихо, да. Чтобы у нас не были на соревновании, мы уже были в этот момент. Значит, он коснулся, давайте посмотрим. Было что такое? Было. Поэтому? Было. Нету этого. Значит, если там, да? Я рекордно, что он повернулся, у меня реакция была, и я убрал руку. Да. Это не наказание. Это не наказание. Не путай. Так можно ставить? Если я коснулся, убрал руку, нет. Миша, где грань между касанием и маленьким блоком? Где вот эта грань? Это все достаточно субъективно. И каждый судья это на свое усмотрение говорит, либо так, либо это было так. Я чувствую, что мне плохо, да? Я начинаю. Если плохо, это не интенция. Я преднамеренно делаю движение, это совсем другое. Это совершенно верно. Женя. Да, потому что я блокирую. Ты же опытный, ты сам понимаешь, что это было специально. То есть я блокирую его, и другое, когда он лезет, а он пошел, я автоматом убрал. Таких ситуаций от одного до другого момента, то что вот так и вот так, может быть тысячи. И каждый будет по-разному все это. Подожди, за это мы собрались на суде. Те, которые тренируются долго, знаешь, такой рефлектор, да? Да? Обретенное движение. То есть автоматизируется. А сейчас запрещается. А кто определит это на соревнованиях? Вот начиная со спорта. Для этого видео. А нам очень... Написано, что мы должны собрать, очень приятно с вами общаться. Я так понимаю, пожалуйста, отмени касание или нет, не отмени. Давайте. Отмени. Не наказывайте, если я инстинктивно, да? Помогает. Правильно? Конечно, помогает. А как без него делать? Вот это и есть. Чтобы знать. Вот сейчас концов кумар. Подождите, сейчас концов кумар. Да, нельзя. С помощью руки. Нет. Есть. Вот я концов кумар. Он правильный захват делает. Давайте не все. Это закон борьбы. Ты должен использовать соперника. Ты должен свою инерцию использовать. Зачем? Они не разрешают. Держи руку здесь, вот белый. Сережа, уходи. Переходи на самбо. Если вы покажете семинар, посмотрите на меня. Там в два раза здоровее вот такие дядьки ходят и показывают это. Все это придумывают они правила, блин. Вот такие толстые все ходят. Вот если у меня семинар есть записано. Больше меня в два раза. Вот у меня семинар есть. Женя, если захватываешь, я могу упинаться вот так. Нет, не имеешь права. Для этого нужно взять.
снять видео, посмотреть, потом она берет, отменяет. Захват. Если я делаю вот так, это захват? Это захват? Это захват? Это концовка ваша? Это концовка ваша? А почему? Это не концовка? Почему? Почему это не концовка? Уважаемые друзья, подождите. Стоп, 2 секунды. Подождите минуту. Мы собрались сегодня здесь для того, чтобы научиться правильно судить. Вы дискутируете. Я сниму тебя. Я вас накормлю сегодня. Столов, пицца за мной. Мне надо здесь это сделать. Хотя вы знаете, что за свой счет делаю. Давайте уважать друг друга. Я могла не прийти. Действия в отеле Лёша. Удержание волевые и душевные приемы разрешается продолжать в зоне безопасности, если они были начаты внутри рабочей площади. Ты спалишь. Еще раз, взял удержание, выше он все равно считается, удушающий. А уже там не считается. Так. Сейчас. На полу. Что значит на полу? На татами. По татами должно быть регламентировано 10 на 10 и 4 метра вторая зона. Вот и это регламент. И уходи еще 4 метра. Давайте поменяем. Еще там один нюанс. Если партнер бросали юка или базари, но мои то есть все движения начаты здесь, но нет икона, а мы продолжаем. И явно видно, что я могу закончить удержание не волевым или дышащим, нет остановки. Дальше, подождите, дальше. Я сейчас снова. Анжела, если вы слышите, удушающий волевой прием, то эти действия могут быть продолжены.
И можно еще закончить. Тот, кто лежал на удержании, допустим, перевернул и взял его, так же продолжается. Без остановки. Без баллов. Без баллов. Без баллов. Не, ну ясно. Если положение на переводе не база, в зоне безопасности, Уки, перехвати меня за это. Применяя одно из этих технических действий с последующим успешным продолжением, то это действие также защищено. Все, да? Хорошо. Нет, это надо, этот надо отметить. Вы правы. Тренера, вы правы. Дальше. Действие при борьбе в бате, не в базе. Вот, да. Ну, здесь, в принципе, осталось так же. 10 секунд и по, юга, 15 секунд в базе, 20 секунд и по. Участник, начинающий проводить удержание, может располагаться сопернику, грудью, боком или спиной. Это уже понятно. Нет. Спиной тоже можно? Значит, спиной можно. Должны иметь вес, соответствующий рамках высокой категории.
Для тех спортсменов, которые участвовали в индивидуальных соревнованиях, разрешается допуск про вес 2 килограмма. Еще вот такой вопрос. Вот те, кто на периферии, что же не задаете? Официально за день это вам придется ездить вечером и уезжать домой или брать гостиницу? Нет, надо чемпионаты мира и Европы, давайте говорим, на турнирах. Здесь уже на месте принимают уже Бюро Федерации, руководство Федерации. Учитывая социальное обеспечение нашей страны, естественно, будут какие-то поблажки. Но на мировых Европах нет. Просто потому, чтобы не говорили, что только здесь так написано и все. Не-не-не, по приезду, по взвешиванию. Если они неудобно вечером приехать, а потом вчера сбрать билет, или платить за этот день. Или федерация платит. Нет, федерация. Ну, многие, да, перед ними. Естественно, здесь решать будет организация. Это будет... Давайте я вам покажу некоторые видео. Есть такое правило или нет? Правило. Сколько ты, вот я сейчас судил, даже я не знал, вызвал врача, сколько времени... Вот в этот момент... Если врача... Сейчас, стоп. Сам спортсмен, Консокума. А вызывает его, он показывает помощь и убирает. Если вышел врач, то там, то... Врач только может быть тогда, когда я вызвал кровь, нос, ноготь оторван. Это не Консокума? Это не. Нет. Только, а если... А сколько времени может находиться? Раньше это было там что-то 3 раза по 3 секунды. Нет, сейчас по-моему, убрали. Если кровотечение не могут остановить, он снимает. Если там почка будет. Борешься, не борешься. 3 раза, на третий раз снимать, доктор, да? Да. До свидания. Доктор, ну. Надо вызывать доктора, все. Доктор, ты нужен. Ты можешь показать пальцы. Если доктор приезжает, ты можешь бороться и говорить, нельзя бороться. Если доктор. Доктор, да, доктор. Сам вызываешь, а тут мать. Я как судья имею право вызывать. Кровь там, значит, мелкая. Если... Я сейчас говорю, что ты говоришь. Врач принимает решение, ни в коем случае не трещит. Конечно, судья. Вот такие некоторые моменты. Садитесь поближе, присаживайтесь. И смотрите. Это можно. Так это старый семинар. Это старый семинар. Так а сейчас новый же. Ну, это можно. Эти тоже моменты показывали. Нельзя. Просто мы обсуждали только что, что это запрещено, а здесь показывается разрешенное действие. Это можно. Вообще правила должны быть понятны не только участникам семинара, но и зрителям. Вот сейчас это уже человек не может разобраться зрителей, что правила. Это придумывает. Видите, он паузу не показывает, он сразу показывает практические движения. Это разрешается и надо делать. То есть взяли захват с самостоятельно, вы должны сразу уходить и делать захват. Ну то есть бросок. Если пауза присутствует, вы начинаете делать вид, что вы делаете. Мы не говорили об этом. Значит, не захватывают, захватывают за запястье. Миша, мне кажется, надо выучить все такие моменты, выходить и не бросать, а просто подставлять. И все. Вот смотрите, я это читал. Запрещается брать запястье или книг противника для того, чтобы избежать от пана или от этого. Только для этого? То есть, если у нас начинается борьба, мы взяли за 1000 вот раз, правильно? Запрещается брать запястье или книг противника для того, чтобы избежать от пана. Вот пошла рука, он, у меня рука остановил, он сразу пошел за захват и пошел.
я просто не взял. Если бы ты взял, то... Сказали бы, да? Миша, Миша. Вот спроси вот здесь человек, скажет, как называется наш вид спорта. Правильный вид спорта. Правильный вид спорта. То есть правило правильное, значит правильно. Уже не дзюдо. Борется под дзюдо. Вот Петя Куру там. Ты борешься. Тогда бросаем. А все такие правильные вид спорта. Это вот старые правила. Много изменений не было. Да. Вот смотрите, блокирование. Взял зарплату. Он не дает взять. Вот мы просмотрим, это все старое. Единственное, некоторые моменты изменения есть. Могу я снять из себя тоже, блин, что я был на семинаре? Видите, не дает захват. Вышито. Держит захват, срывает. Вот от Хансока Мате. Но это явный захват. Явное рефлекторное движение. Да, явное рефлекторное движение. Это видно. Хансока Мате. Я помогаю Хансок. Точка. Петя, по ветеранам старый правильно или нет? Или новый? По ветеранам старый правильно. Я каждый день зарабатываю, значит, я сейчас правильно забыл. Я тебе говорю, если я держу правильно, не захватываю, делаю бросок и касаюсь, или блокирую. Нет? Это не захватывает. Люк, хватит дискутировать.
Здесь. Здесь правила еще не спектируют. А? Наша спать здесь поедет. Можно я буду сделать? Я еще семинар прислала, я вам поставила в интернете. Главная Сережка. Сережка. Ты на семинаре? Я тоже. А, вот. Пацаны, да. Это вместо путевки этот будет. Так, ну это уже. Фотографироваться все. А то и не требали. Я с вас больше не настроили. Вот Муцурин, когда вы сейчас парчпал. Да? Пойди парчилил в свой спорт. Мой рецентрим кит мой дес. Это мой фолосов джудовный, фолосов днястри. И то, что есть нов, сафлем он один алту. Ку регрет, дону Бакалу Пальц факу лекции астăzi, care на меня, порог. Dar eu cred că data viitoare o să organizăm cu totul altceva și o să încercăm chiar cineva din dumneavoastră care își vrea să facă lecții de tema lui care el vrea să o desfășoare. Mă rog, nu mai când, nu-i punem și că vrea să facă cineva mai de mine. Să discutăm, nu pentru aceea că s-a arătat că l-ar dat, o făcut rău sau bine, pentru aceea, ca să învățăm ceva nou. Acum, șapte. Acum, după ce terminăm, după ce vorbim, eu îți vorbesc domnul Potoce, vă rugăm fiecare vă înregistrați. Iată, este un... îți vă înregistrați fiecare, scrieți care e arbitru și care e antrenor. După ce terminăm aici, toți care au venit cu depățările să meargă sus și o să însemnăm depățările. Și a treilea întrebare. Toate întrebările. Când veniți înainte de a veni la federație, aveți ceva întrebări, mai ales de raioane, vă rog mai întâi mă contactați întâi pe mine și cum mă veniți. Că eu, odată în săptămână, pot să nu fiu aici. Sau poate două ori. Și de aceea, mă sunați înainte de a veni în pace. Telefonul meu e 06840, dar stați, că el îi trimis pe poșta electronică la toți. Irina trimite la toți și știți că toate regulamentele, tot ce este, trimite în porța electronică. Să știți ce spune aceasta. Dar в Гагаузии нет электронной почты. Даже факса у них нет. Автобусы не ходят. Обязательно семинар. И в Приднестровье тоже. Я хочу поблагодарить Анжелу за проведенный с нами сегодня урок. Второй вопрос. За участие ваших в нашем семинаре. И следующий вопрос. Скажите, какие у вас есть предложения о проведении дальнейших таких семинаров? Пожалуйста. И следующий вопрос. Если есть какие-то вопросы в федерации, заранее мне звоните. По электронной почте. По электронной почте. И мне можно в любое время позвонить. В любое время. У меня вопросы. И еще третий вопрос. Еще. Значит, мы проводим очень много турниров. Пожалуйста, вы все должны согласовать с федерацией о проведении этих турниров. Вот сейчас первенство города уже готов. Готово положение и все. Только подписана муниципальная дирекция ДПЦМ муниципала, управление муниципальным, не согласовано с Федерацией ЦИТО. В таких случаях мы вправе не участвуем в этих делах, даже не подходить и так далее. Не дай Бог что-нибудь, как говорится, случится или что-нибудь, не, какие-то жалобы и так далее, Федерация снимает с себя ответственность за такие вещи. Поэтому это не, это все, как говорится, должно быть все согласовано. Все должно быть вместе. Все вопросы должны вместе решать. Теперь
Значит, соревнования среди школьников переведены министерством на 25 мая. Первый вопрос. Второе. Значит, 1-2 марта будет открытая первенство города Кишинева. Приглашаются все районы и так далее. Будет в манеже на втором этаже в зале борьбы дзюдо специализированной. Не уходим, не уходим. Есть положение. Сфотографироваться еще. Есть положение здесь. Сфотографировать. Есть в электронной почте, мы уже отправили. И чтобы вы знали, если вы проходите соревнования, приходите к нам, мы утверждаем, мы сразу это положение запускаем в сами федерации по вашим электронным почтам, чтобы вы имели электронную почту, вы получили. Вот примерно. Если есть у вас какие-то вопросы, значит, зарегистрируйтесь все, обязательно, пожалуйста. И после этого, если есть какие-то вопросы, я буду наверху, и там отметим все командировки. Повторим, как с ДТП. Давайте все сфотографируемся с семена. Orice modificare de regulament, da? Și mai ales cu accelerarea, adică viteza de luptă, zic, impune accelerarea și modificarea unui metode de antrenament. Pentru că noi primim și domn și experiență deja este, primim și domn pentru facilitate. Da? Deja mai am văzut. Значит, давайте я продолжу. С таким условием я закажу, вот сегодня у нас участвует где-то 60 человек, я закажу 50 штук, или больше заказать, но они стоят все деньги. Поэтому, значит, все это будет транспарентно, все будет, чтобы не думали, что тут какие-то вопросы, все будет. Значит, мы сделаем хорошее, красивое удостоверение, с печатью нашу, с фотографией обязательно и с подписью председателя федерации. Чтобы это был настоящий документ. Потому что вы ходите, допустим, в посольство, и где-нибудь вас говорит, вот я тренер, откуда я знаю, что ты не можешь ничего показать. Вы согласны с этим? Да. Первый вопрос. Второй вопрос. 10 лет сверху, Сергей. Второй вопрос. Значит, мы постараемся, я посмотрю, как у нас еще месяца через три, подберем опять, проведем опять, ну, может быть, еще лучше такой семинар. Я предлагал даже два дня сделать. Проводить, допустим, трем тренерам проводить тренировку и потом обсуждать каждую тренировку. Не для того, чтобы определить, допустим, какой цель выше. Ну, какие методы на рынке, как сейчас Михаил предложил. Поэтому мы хотим это все делать для того, для развития дзюдо. Хотя есть конкуренция между нами, но мы все делаем для нашего дзюдо, для молодого дзюдо. Я для этого сейчас буду с вас помнить. А кума дома буду для своего мяса, скоро дома буду. Да, я вот Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
приватний довгий вчора, коли ми звучимо вдома, хай просто не обрінні, щоб хтось, яка довгрецька, на вас прийшла, хтось полетний бой, як вам буде так політично, як мені дискутії, чаро там віо, прийма вважає філя, і рано когось не буде. Говорить, що Іран, Іран світ, що не тих політиків у біді, поки робимо не Порішити замки автомобілі, і тих політиків у біді, порішити дяволі. Порішити, що він сказав, люка, як воно є це біді, хай робимо не трати, чому воно можна бити, хай робити не рівні, що ти дітка. Гарі, гарі, я це гарі проблеми, що ти робити. Ну, ліво. Там досить інтернет. А сам согласен, потому что я уже чувствую, что мы совершили одну ошибку, когда мы сняли дали концовком от Хасана. Когда он боролся, там он попытался рефлектором вот этот. Раз и забрал его. Палаги, шум-палаги и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, я не знаю, если у нас сохраняются вот эти записи, где наших соревнований, это надо поднять тоже вопрос. За деньги. Поэтому я сейчас предлагаю, сейчас мы поднимем вопрос, что все соревнования, которые будут проводиться в республике Молдова, и если у них будет снята на видеокамера, они должны сохраняться на федерации. Для того, чтобы мы использовали как материал для семинара. Для семинара. Я сейчас, вот мы многие здесь стояли, разговаривали, то, что сказал дома Михаил Дурченко. Я с ним вполне согласен. Здесь мы все герои, здесь мы все знаем, здесь мы все могущие. А когда мы идем на европейский уровень, нас через 30 секунд начинает показывать шина. Почему? Потому что мы неправильно воспитываем своих детей, мы неправильно им разъясняем, как нужно бороться. Да, Сергей, мы идем на международный соревнование, через 30 секунд нам начинают давать шина, потому что наш спортсмен сразу вышел, вот так стал, и сразу шина. Но так нельзя. Если мы пришли на семинар, мы должны плохо или хорошо организовывать, это уже второй вопрос, но мы должны все внимательно прислушиваться, должны все внимательно смотреть и должны все внимательно уважать друг друга. Элементарно. Главное, что она не получает зарплату на федерации. Она сама согласилась сделать вот это все. Попросили ее. Если можно, я по этому поводу скажу. Хорошее предложение по со всех сторон. Но я вам скажу, что очень трудно делать, когда никто кому это не надо. Допустим, я это работаю для того, чтобы развивать свою кафедру. Меня попросили, вот этот слайд, который был, его и нету нигде не в интернете, я его сама создала. Просто свое время лично потратила. Никто нам за это не платит. Но если мы не будем потихонечку изучать что-то и опять что-то организовывать, здесь в дискуссиях что-то решаем, кто-то что-то знает с одной стороны, кто-то что-то знает с другой стороны, мы и дальше не пойдем. В любом случае, там изменения есть. И даже самые лучшие четверка голландцев, которые встали и возмущались на семинаре, им сказали сесть, сами они собрались впятером, вчетвером, мы записали ваши вопросы, и мы их будем анализировать. На сайте вы увидите решение. То есть в любом случае ставится вопрос того, что изучаются все действия в процессе соревнований, и выявляется самый лучший момент, то есть чтобы не было травм, чтобы это было логично, чтобы это было правильно. Не потому что я съездила на семинаре, я много знаю. Многое я не поняла, как и многие из вас здесь, потому что много информации не было на ковре анализировано. На ковре я вам поставлю видео, там около 15 минут, если внутри что-то объясняли, рассказывали по некоторым моментам. Все остальное дискутировалось, как я вам сейчас показала. Видели, да? Были большая аудитория, все сидели за столами, каждый с одной стороны комиссия, с другой стороны видеоаппаратура, все, и все на слайдах показывали. Что было, что вот мне понравилось, что комиссия спрашивала, допустим, определенного судью, допустим, вот хорошо Дома Балика предложил, сделать команду судей. Пожалуйста, записывайтесь и пишите, кто из вас тренер, кто из вас судья. Почему? Потому что судейская делегация должна работать еще отдельно. Есть очень много моментов, которые очень спорные. И на ваш взгляд, и на мой взгляд, на любой взгляд. И каждый момент можно понять, только дискутируя,
видение со стороны. Вот главное жена. Я сейчас думаю, действительно, мы сейчас, когда будем проводить на каждый вот этот вот ноутбук флешку, с записями будем, наверное, это все делать. И обязательно мы будем говорить с президентом Федерации о том, чтобы вот эту коллегию судить, которую мы определили, что действительно они должны судить. Мы, наверное, будем собирать в тот день, когда будет первый день взвешивания, всех судей. Найдем средства какие-нибудь. Нет, до этого. До, после. До. Собирать. И, может быть, мы были какие-то изменения в правилах, довести, отработать, чтобы на второй день не было вот этого, этой клоунады, которая проводится у нас на веку во время соревнований. А почему у нас клоунада? Вот смотрите, два экземпляра. Вот называется регламенту лупта джудо. Уну русский, молдавский, румынский. Где он у вас? На федерации есть у вас? Вы можете предоставить, чтобы мы могли выучить. А что вы нам видео показываете? Это видео убрали и все, есть нет. Регламенту. Так давайте мы еще разработайте его, покажите. Валыч, давай сюда. Сейчас мне сюда подходит. Карты информация, що тут зверніть компетенція, тому саме тому він запас усі. Хто чи бачив моя кума, крім тижа, це ж є факту. До вас тут казати, ну ті зверніть компетенції, я тут не маю карти. Ти ще є шарм, ти що хоче, а в Росії, що хоче це? Чим бачиш ми, за їм присутні, що може бачити? Ось моя кума, вже. Ну, я кума треба, ми андра на місце, ми біжимо андра на місце, а це свій інструментар. Я кажу, що є публіка, сам чесний спартакіата, а ми держати якісь імплементиво на антернаменті, ми не просто, ну ви нема компетенції, все твій зі спони, ти ту є три орки, вражава і рив, ти зі спори. Та і ти і рив. Аса, отже регламент модифікарі на антернаменті імедіатно. Шконоштінцелі досить категорік, ну черкаці зі спони, так що спус категорік, а ша є сі сіручка, так? Так, один інтенціонат, clar, intenția să înseamnă prin namerea, dar intenția am apucat sau am blocat, asta este impediat. Dar dacă eu instinctiv am făcut referitor, să vedeți ce este referitor, asta este referitor. Și nu mai trebuie să comentați să discutați, asta trebuie să facă acasă, să spuneți. Pentru că așa noi discutăm, ne înțelegem la interpretiție și în zadar. Fiodor, vezi-mi bumană. Gămăleci! По întrebare care ține de Федерации Генерала. Слышь, можно для всех? И Министерство Дмитрия Спорта и Культурара Кабинатного школьного спортивного. По вынике на Федерации у пропонера, что он продукт календарь на школьного спортивного, школьного не вопросу часть всегда, уника министерство, министерство не шат, чинил от Федерации на календарь. А дата откимба компетенция на 25 мая. Для кума практик, toate competiții sistemele, vârstele sistemele, dar noi am făcut competiții care ne interesează pe majoritatea dintre noi. Vreau să vă spun că eu m-am dus la domnul Manolache, am intrat cu probleme care țin de junior și cadet și dumneavoastră așa. Schimbați dacă vreți. Eu v-am spus, v-am adus în scris, v-am propus că la cadet, în deosebire și la junior, copiii trebuie să-mi crește. Dacă mi-am făcut pentru prima dată campionatul ferie în noiembrie și avem campionatul european în iunie. Eu vă spun, la mii personal, trebuie să ajut cu categorie mai sus. Și la dumneavoastră că nu este altă problemă. Eu i-am propus, domnul președinte, că tot ce veniți să propune și vom ține cont de cerințele naturii, cum zice, natură ca competițiile naționale, desfășoare cu două luni jumate, trei înainte competiții internaționale. Ce ține de cadet și juniori, dacă este posibil. Pentru că noi la juniori am făcut campionatul în noiembrie, dar campionatul european și mondial în septembrie și octombrie. Vedeți noi singuri că e în care și de. De ce eu vă spun? Aici că domnul Vasile, părinte la Ministerul, Flavul, că am făcut patru ediții, cu meu emet Mihai Ciuter, și în ziua aceea eu pus Spartacea de Republici. Și v-am spus, ministerul a spus propuneți, noi am nici propuneri, acum noi am de... Am făcut acum programul de pregătire, am întâlnit și v-ați spus cuiva noi am făcut.
Deci o problemă. O apărută doar competiție, cum spune domnul Consiliu, nu sunt coordonată. Într-adevăr, aici este așa, domnul Gorghez, că de la ministru, de la direcția tineria sportului, până noi în calitate timp în oraș. Vine și prelucrăm regulamentul și ne desfășurăm campionatul orașului. E greșeală domnul Gorghez, că nu coordonat federația, dar vreau să vă spun așa. Folosim momentul ca să putem desfășura un concurs. Ei, am propus să fie deschis orașului, dar nu pentru toți sportivii. Aveți fiecare 3-4 sportivi buni, ori maxim cum ne comparăm cu terasă, cu vedere, unde pot fi 10-20 de copii care scrie, să jurăm o competiție mare și, într-adevăr, să implementăm cerințele astea a regulilor noi, care să nu ne ducem la competiții internaționale, ne știm cum deși domnul. S-a plecat, a pus mâna și l-ai pus la Kiev, unde îți plătești 50-60 de euro pe zi și eu las pe data în câteva secunde, ori în altă competiție. De asta am vrut să vă spun. Să desfășoară competiția, scrie regulamente, dar facem un concurs ca să ne verificăm situația sportivilor de valoare care este la moment. Asta te-am vrut să vă spun. Pe data de 1 o să fie la cadet, pe data de 2, duminică, la junior. Frate, că vârstele și sunt școala sportivă cu 24 ani. Tot e 97, nu, vârsta eu organizat cu pe scris. 97-99, am scris că programul interesul o să fie la federație. Vă zic că eu propus, dar vreau și fără sportivă și informația cu următorul la federație. Și-o fost să pus în așa, dar vreau să fie. Asta e. Noi credem de-a doar scrisoare, așa că noi întrebarea asta pot să vorbim. Asta e. Poftim, dacă... Așa. Da, de picior, vă rugăm. Vă rugăm, vă trebuie. Nu mai nică, așa nică, așa nică. Михаил Александрович посоветовался. Вы все знаете, сейчас квалификацию создает Министерство образования. Да. И второе. Второе. Я думаю, что как член федерации, и мне секретарь федерации, нам надо изменить возрастную цену набора детей в группу. Мы начинаем 10 лет, 9-10 лет начинаем, 15 лет они уже уходят. Вы сейчас сами знаете, школа сокращается, 9 класс, мы с вами пустым местом занимаемся. Возрастной цен надо уменьшить до 6 лет, 8. Я сам был свидетелем, когда был чемпионат Америки, когда 6-летние мальчики боролись лучше, чем мастера спорта. Вы видели, какие они воспитывали. Поэтому надо возрастной цен нам на уровне федерации поменять возрастной цен с набором группы. И группы делать ОФП сначала. Пусть это не будет борьба, но видоизменить. Иначе мы ничего с вами не делаем. Особенно в периферии мы ребят не можем удержать. Нам до 15 лет и детей уже нет. Мы занимаемся холостую абсолютно. Куда они уходят? Многие уходят. Вот уходят, пускают, то потом. Здесь они занимаются то же самое. Да. Чем быстрее, да, пожалуйста.
Я не хотел много говорить, но получается так, что надо говорить, потому что это болезнь, что все молчат, потому что всех это устраивает немножко. Нет, просто мы уже прошли это. Но вам прошло. Да, я прошел, а ты нет. Она в этом очень сложная. Да. Но я в прошлом году 6 человек, готовы, ребята ушли сразу в Тирасполь. В лицее ушли 12 человек в Тирасполь, 9-10 класс. И что мы остались? Мы ничего не делаем, понимаете? Надо. И соревнования, какого-то соревнования. Нам надо отказаться от системы однодневных соревнований. Мы там детей гробим. Да. Мы с вами не успеваем ни посмотреть борьбу, ничего абсолютно. Пришли в один день, помотались вот так по голову, да. И ушли все равно. Хотя бы 2-3 дня на соревнования пройти. Два веса в один день, два веса в другой день. Тогда будет больше борьбы, больше зрелости будет, тогда будет еще заинтересованность. Не будет, когда у Буйков автобусы чуть не убили детей, провоцировали. Мы в один день не должны проводить соревнования, это нонсенс, это нигде такое соревнование не проводится. Мы должны проводить нормальные соревнования, как раньше. Раньше практиковалась команда соревнования, не проводить не каждую команду, переживать, но сейчас вообще ничего нет. Мы сами себе представили. Вот так. Да, хорошо. Я пару минут только отвечу, да, что мои компетенции. Первый вопрос. Насчет категории медведей в министерстве, это один вопрос. Где нас министр поддерживает? Второй вопрос. Изменение ценза возрастов в этом программе. Это все, это должно быть решение правительства. Это только министерство. Там есть положение в детской спортивной школе. И вот это должно не изменить там. Это очень тяжелый вопрос. Я не тяжело, надо интервью провести. У меня маленький вопрос тоже. Сейчас еще один вопрос. Да, наверное, больше будет Дон Анатолий, к вам направлен. Дон Анатолий. Как показывает практика, следующий чемпионат Молдовы у нас будет такой. Открываются двери, все заходят судить на ковер, кому не лень. Непонятно, в какой форме. У нас вот сейчас турнир в Луки. Мне было стыдно, например, россиянин говорит, был в шоке. У нас ничего не поменяется, пока вы не пересмотрите, как главный судья соревнования, пока вы не пересмотрите работу. У нас Каталупенко бегает с этими флешками, как ужаленный. Такого не должно быть. Мы отнимаем свое время детей. У нас нет комиссии, которая сидит на ноутбуках и просматривает те ошибки, тех судей, которые на ковре. Все невозможно усмотреть. У нас это не просматривается. И вот действительно, где этот дверь? Кто пришел, давайте, кто что знает, давайте по правилам, и понесла. И если мы ничего не изменим, осенью на чемпионате Молдовы у нас будет тот же, как вы сказали, клоунада, цирк и так далее. Вот поэтому сегодня и мы собрались. Вот мы хотим, вот это начало. Все это начало. Это начало началось действительно, когда мы приезжали в гостиницу Кишинева, проводили семинары, костюмы на нас шили. Это продолжается уже очень много лет. Надо этим, если вы этим занимаетесь, надо этим заняться и закончить. Нет, давайте еще один вопрос. Я сам был сейчас в одной мастерской, еще одна, я пошел посмотреть Шири-Джамп. Давайте не говорите, потому что это разговор, сделайте это. Мне сейчас 60, мне обещали 50 сшить. Размеры уже до сих пор на 5 раз сшить. Уже 10 лет жду. Так, еще. Фотографироваться надо. Подождите, это очень-очень важно. Стоп. Ну давай, уже вышел. Последний вопрос. Ламинину интрибар, я уже понял. Да, помню. Все пенкуа нуиста, сау, ну что, с ФСМ, чемпионату Республики Молдова, ла копии. Pentru copii de la anul 2000 în sus pot să participe în campionatul Republicii Moldova. Spășim pentru învederea atragerii copiilor în secții și așa mai departe. Foarte corect. Eu la Sinjirii petrec 4 turnee pe an. Dar știu atât pentru copii, dar la Chișinău nu se petrece niciun campionat, sunt de 8 în Moldova. Așa că ar fi foarte binevenit petrecerea campionatului între copii la dat vârstele, categoriile de greutate și în toate țările, eu mă uit, în toate trei campionate, foarte bine. Foarte vreau bine. Să spun o mică întrebare asta. Domnul Constantin Miriam, îl cunoaște, el are clubul Olimpiada, podăștii de zi. Deci 1 iunie, zăpătim un turnier. Так что уже вот. Ну а с такой по Молдове мерзко. 1 июня, это каникулы, уезжают, разъезжают. Мы на душ поедем. Федерация по Гюндербарио Дербуна, пропуя его супругу на Димарке на бюро, что это спитал. Есть какие парени. Тебя им все куда? Да, сегодня да. Я просто спутал, а стоит.
După ce a venit doamna acela de la seminar de acolo, am propus deodată să desfășurăm un program acceptabil, ca să putem să trecem toate competițiile de 2014, după regulamentul nou, după tot ce este nou. De aceea astăzi ne-am adunat. Și eu vă promit că noi să ne mai întâlnim mai decât. Eu vă spun mulțumim și acum o fotografie, dacă vă rog, să aici e cer, pentru care fiind cadă. Да. Да, дайте свет. Дай. Туда, на стенку. Дайте. Фотоаппарат.